грани использованных моментов, что у них, что у нас. Счет мог быть абсолютно непредсказуем, потому что у них были хорошие моменты, и не один. Я не знаю, сколько они там, раз 20, наверное, поворотом били. Вот. Во втором тайме у нас были отличные моменты. Тоже, кто забей, не знаешь, как повернется игра, в итоге 0-0. Но опять команда не забивает, и главное, что команда не бежит. То есть нет скоростей, пускай может игра не получаться, но нет того должного движения, которое заставляло бы соперника ошибаться, идти в прессинг. Почему-то у нас этого нет. Вот, поэтому тяжело, зная, что не забиваешь уже какую игру и не можешь выиграть. Отсюда унывать-то не надо. Есть следующие игры, надо готовиться и, конечно, в физическом плане добавлять, во-первых, и, конечно, реализация, ну и в игровом плане, потому что сегодня все подборы, то есть в центральной зоне, когда они выбивали мяч, все подборы их были. За счет этого они очень много атаковали. Вот. Ну, каждая линия сегодня, наверное, не сыграла должным образом, поэтому и отсюда такой неважный результат.